Вы видите, друзья, что уже и крыша вся, ну не вся, а в процессе. Вот уже фанеркой покрывается. Вот она. И сегодня все это должно закончиться. Сейчас утро. Там где-нибудь к 10 утра. Они с 8 работают. Вот за 2 часа тут все это производится. У нас спрашивали некоторые, говорят, а что за фанера? А сколько там слоев? Вот она. Ну вот такая фанера, не знаю. Там если насчитаете, сколько в ней слоев, значит, хорошо. Светлана просила поблагодарить тех из вас, друзья, кто участвовал, так сказать, в обмене идеями по поводу, что с землей делать, которой тут много. И у нас тут будут две терраски, так вроде пришли к этой мысли. Будут две терраски, каждая терраска высотой в 1 фут. То есть там где-то сантиметров 30, вот такого плана. И, в общем, уже какие-то такие более-менее идеи есть. То есть землю вывозить мы не хотим. И дорого, и дело даже не в этом. А как бы вот такое разнообразие тут возникнет на этом участке. Вот видите, как осыпаются у нас мандаринчики. Никто не подбирает. Я, честно сказать, даже не знаю, вкусные ли они. Никогда не ел наших мандаринов. Вот они тут, красавцы. Не знаю, такое ощущение, что не хочется мне даже пробовать их. А может быть, и ничего, не знаю. Скорее всего, они были посажены из соображений таких чисто декоративных. Ну и напоследок, друзья, такая перспектива изнутри. Вот там ребят по крыше ходят, что-то такое делают. А тут вот уже часть лежит. А вот посмотрите, я вам покажу такой элементик. Вот видите? Вот тут. Вот. Вот эта сеточка и там дырочки наружу. Я так понимаю, это чтобы потом на чердаке вентиляция была. А ничего лишнего не залетало. Так я полагаю, не знаю. Может быть, нам подскажут те, кто лучше знает.